Всем привет, с вами я, Эстелла Сайфуллина, и мое видео мейкап туториал для отборочного этапа конкурса NYX Face Awards Russia 2018. В этом видео продукты, используемые для образа, будут указаны в углу окна. Сегодня я продемонстрирую вам арт-работу «Фламинго». Ее исполнение начинаю с макияжа глаз. За его основу я выбрала технику Smoky Eyes и на левом глазу решила разместить мини-арт «Фламинго». Сегодня моя работа построена на тщательной растушевке, плавность линий и нежность контуров. При помощи кремового грима малинового оттенка я приступаю к контурингу. Такая техника нам напоминает дрейпинг. Все линии тщательно растушевываю для плавности перехода цвета. Подчеркиваю линии скул, носа, подбородка. Затем тональной основой на свободных участках выравниваю естественный тон кожи. Завершаю контуринг. Нижнее веко подчеркиваю контурным карандашом. Тем же контурным карандашом выполняю макияж губ. Начинаю с обрисовки контура и заполняю цветом всю площадь губ. Затем кремовым консилером зеленого оттенка я продолжаю прорисовку зелени над бровью в Face Art. Дорабатываю белым оттенком клюв фламинго. Контурным карандашом прорабатываю элементы зелени. Далее в зоне декольте я создаю экспозицию для моего Face Art. Это два влюбленных фламинго.
і знову на свободних участках тональна основа є виравнюваю естественний тон кожи. Блестящей жидкой подводкой я расставляю акценты на глазах и в элементе фейс-арта. Теперь дело за техникой стробинга. Хайлайтером подчеркиваю выступающие участки Т-зоны и скул. Тушью прокрашиваю свои родные ресницы. Затем креплю накладные. Ну и завершает мой образ наклейка жемчужин. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписываемся на мой канал. И до новых встреч!